мы все разные. Под одну метелочку никак его не подметешь. Повиснуть сможешь сейчас? Так же рассказывай. Повиснуть и колени поджать. Раз. Десяточек раз вот так сделать надо. Сколько? Десяточек. Ну, восемь. Никогда в жизни этого не делал. Да хватит никогда в жизни. На брусьях что не делал. Детстве сам говоришь, бесшабашные были. Что, никогда не вис на заборе? Ну, так что ты сравнишь полвека назад, Сереж? Нет, я к тебе, знаешь что, это проверка для тебя. 10 это не 50 и не 100. Ну, ясно, это ясно. Проверка лишь для тебя. Может быть, ты один раз сделаешь, и тебе хватит. Знаешь, я вот вспоминаю, когда меня срочку дали. Ты рассказывай, да, делал, а? Это правильнее. Предложили открыться курсы. Оп, два, уже два, видишь? Три. Ну, выдохнул, вздохнул, выдохнул, также дыхание, да, чтобы первое дыхание. Сразу на это. И не рекомендуется так, Сереж, чтобы я 10 раз никогда не делал. Я же тебе сказал, я же тебе объясняю, что я тебя поэтапно подвел к упражнениям, к такому слову. Ты сразу хотел это сделать. Нет. А я тебе сначала, подошел. Я тебе сначала сказал, надо сделать одно, второе, третье, пятое, десятое. Ты даже и знать не знал, что ты можешь это сделать, но ведь получилось. Поэтому сейчас твое, знаешь, как бы это упрек мне, я сразу не могу сделать. Ты знать не знаешь, а уже сделал 5. Уже сделал 5. 10 это ребенок маленький, я да, вот, это можно. Я что хотел сказать, вот так нас группу набрали, ну предложили военкомат. Ты просто, если, например, устал, я могу поделать, а ты так же расскажешь. Я тебе почему говорю, что ты делал, потому что это. Снаряд, да, спортивный. Курсы от военкомата организовал. Попробуй повисеть. Ну, футбол поиграла, железкой покрутила. Иди повиси. Дедушка тебе поможет. Иди попробуй. Дедушка тебе поможет. Иди, да. Так. Умница даже сама без помощи, смотри. Не-не, ноги не задирай, нет. Ты сама просто вот попробуй, повиси, да. А ты сможешь, знаешь как, вот как держаться на них на качелях и раскачаться, вот на них повисло, как на качелях. О, вот, смотри, как классно. Сколько ты сможешь качаний сделать, вот давай сыграем в игру, ты, я и дедушка сыграем в такую игру, сколько ты сможешь сделать качаний. Вот это будет считаться вот сюда и сюда, это будет за один раз считаться. Давай, поехали. Ты первая? Все, понеслась. Сильнее только расталкивай. Так, раз. Ну еще раз толкнись, хорошо. Два раза, да, получилось? Нет, так руки. Ну, это тоже рекорд. Ну-ка, давай, что там дед сейчас делает. Давай, его очередь, сколько раз он сможет. Так, внучка сделала два раза. Ну, что мы с тобой? Так, раз. Еще разок давай. Два. Он уже два раза смог сделать. Смотри, ну, дед крутой, да? Три. Всего корова. Три? Ну, ладно, я сейчас попробую. Или ты попробуй, иди еще раз попробуй. Надо постараться изо всех сил прям держаться, со всей силы держаться. Раз. А можно, как знаешь, можно толкаться не землей, не об землю толкаться, а вот так вот ногами просто вперед по воздуху делаешь. У тебя получится. Ты как бы ногами надо вперед толкнуться. Раз. Ну, как бы два давай. Уже не раз, а два. Сейчас, может быть, даже больше дедушки сделаешь. Три. Вот у нас было там довольно так строго. Утром 4-8 часов, построение, перекличка у нас. Ну, еще, еще разок давай. И 5, умница. Ну ладно, сейчас я покажу. Ну, ты с подготовочкой. А у нас, я что напомнил, парень такой худенький. Ну, не знаю, что это. Я подумал, если бы так не был в этом. Один. Ну, вот он, два. Знаешь, вот штанга. Три. 4. Нет, вот это 3. Поднимал, я и не любитель, и не поднимал я этот вес. А он поднимал. Хотя физически я вижу, что я так-то это. А он эту штангу поднимал. И что на турнике? У нас преподаватель был старый. Поняла, как, да, ногами можно мотать? То, что он выделал на турнике, ни один из нас не повторил. А этот пацан повторил. Подтягивается, как это. Я уже подготовил. А что, выход на две руки?
повисаешь, как раз и выворачивает эту лопатку. Это, знаешь, это он один повторял. Ага. Ну, я понял, он вис, провис плечи, вывернул, и, наверное, еще с турника с той стороны вылез, да? Нет, ничего не стал вылезать. Я тебе говорю, что на весу, да. Блин, вот ты вот реально слушаешь невнимательно, смотри, как я тебе сказал. Да. Вот если мы берем планку турника, есть такой фокус. Вот я опускаюсь, плечи выворачиваю, и у меня планка турника оказывается за головой, я могу вот так подтянуться. Вот какой фокус есть. То есть, если я повис, я руки как берут, прокручиваю. Я помню, что он совершил, это не выкручивается. Ну, а просто выкрутить зачем? Значит, надо подтянуться, и это продолжение фокуса есть. Либо они тебе показали первый элемент. И мне он... Ну, и всем показали, да, первый элемент. На самом деле, это продолжение. Это есть как вперед есть выход, так можно опуститься и назад. Вполне так... Как бы ни было, но повторить только он один повторяет. Гибкий. Ну да. По возрасту там были все одинаковые. Примерно. 18, да, сколько лет? 20. 18, 19 лет. Погиб. С группы у нас из Сарайлета погиб. Я узнал, мы уже закончили курс, а вон и еще один курс. Ну, уже мы курс закончили. Вы в ту сторону идете? А, вы в ту сторону? Там еще так что-то комары начинают, они тоже собирают. Ну, давай, рассказывай, пока соберусь. Не знаю, Сереж, что такое там раком. Точно так же, как и на эти курсы. Или ты еще повиснешь? Вот дома сделай в проеме двери или на потолке, если потолок позволяет. Это. У меня потолки, в проеме двери два анкера накрепить. И вот эти вот просто, чтобы просто были. Нет, у меня, знаешь, сейчас же как, у меня после ремонта вот эти все здесь. Я понял. Картон, я понял. Там, сделать, это я тебе к тому, что ну, при желании можно было можно придумать. Это я к тому, что дома можно вообще ничего не будет болтаться. Это съемное. Знаешь, просто у тебя два крючочка да будут нет, висеть. Сереж, мне можно заниматься, я говорю, это мы просто занимались. Ей. Ей. Я не у тебя, говорю, дома сделал, чтобы она. А это и у них. Я понял. Просто сделать. Нет. А так они, у меня старшая ходила постоянно на гимнастику. Это вот этот коронавирус все переделал. И это ходило. А сейчас же не...